Телекомпания «Соль ТВ» зарегистрирована в различных социальных сетях, такие как Instagram, Одноклассники, YouTube и группа ВКонтакте, где вы можете задавать интересующие вас вопросы и узнавать новости о жизни города. В связи с этим мы решили выйти на улицы города и узнать у соликамцев, в каких социальных сетях они зарегистрированы. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? ВКонтакте, в Инстаграме. Ну, как обычно. Что вас привлекает в этих социальных сетях? Ну, возможность общения с людьми, то есть быстрое общение. То есть с человеком, допустим, находимся, да, на разных расстояниях, на больших. А тут бац, встретились, пообщались. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? А что такое социальные сети, девушка? Ну, например, ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб. Инстаграм, Ютуб, везде. Одноклассники и так далее. А вы? Одноклассники, Контакт. А какая социальная сеть более предпочтительнее? У меня Контакт пока. Контакт пока. Когда есть время, Одноклассники, Контакт. Когда нету, то значит нигде. А чем они вас привлекают? Всем. Кратко, но емко. Привлекают. Ну, не знаю, я так посмотрела всех везде, да, общение, кому что написала. Не знаю, чем. Ну, почему-то больше, чем Одноклассники, да. Может, потому что проще, да не проще. Не знаю, почему-то я всегда сижу чаще в Одноклассниках, ой, ВКонтакте. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? ВКонтакте, в Инстаграме. Что вас привлекает в этих социальных сетях? Ну, возможность общаться с людьми, которые далеко. А какая более предпочтительная социальная сеть? Ну, ВКонтакте. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? ВКонтакте. ВКонтакте. Еще в каких? Я тоже ВКонтакте. Ну, WhatsApp, Viber. Какие социальные сети вам нравятся больше всего? Инстаграм. Инстаграм. ВКонтакте и все. Ну, а вам? Контакт. Ну, ВКонтакте. Чем они вас привлекают? Музыка. Друзья, общение. А вас? То же самое. В каких социальных сетях вы зарегистрированы? ВКонтакте и в Одноклассниках. Чем они вас привлекают? Ну, это, во-первых, информация доступная, общение с друзьями, которых каждый день не видишь. Ну, больше ничем. Как бы так вот у меня. Инстаграм, Контакт, ну, Одноклассники. Чем они вас привлекают? Ну, Инстаграм, историями, Контакт, то, что друзей много. Также Одноклассники. Ну а координаты Соль ТВ в социальных сетях сейчас на ваших экранах. Присоединяйтесь к нам. Будьте Соль ТВ, смотрите на события города новым взглядом. Екатерина Ившина, Михаил Морошкин, телекомпания Соль ТВ.